Итак, вы на канале питомника «Хвойный дворик», с вами Евгений Филимонов. Сегодня рассмотрим полив семян. Ну, здесь мы вот поливаем пищу. Полив семян сейчас. Вот у нас такая вот есть морковка. Если мы ее возьмем и сделаем до упора, очень она такая пылью будет. Вот так и будем поливать. Чуть-чуть можно даже пошире, чтобы насос сильно не напрягался. И начинаем поливать. Опять, где выступают семена, там подбрасываем опады. Ну, вот здесь, к примеру, семена, кто-то их вытаскивал отсюда. Гузыки всякие, паучки там. Их поливаем. Довольно хорошо. Вот опять, это все кто-то лазит. Семена прям наверху, но семена птички, они довольно долго входят, поэтому у меня был случай, когда они сходили до августа. Такой мелкая капля, она довольно мелкая. Мы заливаем хорошо, там поверьте, на метр, на сантиметр 3 вода должна стоять. И только опад подсох, опять его берем и поливаем. И сорняки повылазили. Сегодня у нас уже 13 мая. А поселились мы, как вы помните, 1 мая. Пока что ходов не видно. Это от опада. Ну, пишка, да, пишка, она долго стоит. В общем, в принципе, я думаю, вам понятно, здесь муравьишки у нас поселились. Все, в прошлом году и мыши селились. Поливаем хорошо, чтобы опад не был сухим вообще. Сейчас у нас погода налаживается, дождь прошел, поэтому поливать надо в день раза 2-3. А здесь у нас уже сосна пошла. Ну, сосну, как вы помните, мы сеяли очень плотно. И вот, если видите, вот она уже входы есть. Вот она пошла. Ну, здесь прям хорошо видно. Ну, об этом следующее видео, как бы. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте про нас. Входы мы покажем потом, конечно же. А пока полив. Полив вот такой. Простой полив. Ну, у кого вы есть, ради бога, можете распылителем по тонче поливать. Поливать раза 3 в день. Главное, чтобы у вас капля не выбивала опад. Не выбивала семена.
хорошо проливаем прям. Я просто боюсь сейчас проверять тут его. Но семена я вижу, что уже зашли. Начинают пытаться сходить. Вот его можно увидеть. Расхожих я потом сниму отдельное видео, что у нас зашло, что осталось. А полив должен быть очень часто, особенно если у вас стоит жаркая погода. Леопард подсыхает. Ну на этом про полив я вроде бы как бы все рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго, удачи!